А если зачем это? Тебе тоже? Меня не было, у меня же ребенок не болел. Взяли без меня и даже Текибаева вывели, сами прения вели без Мюрликчикешича. Без Текибаева Мюрликчикеш прения было. Это Чоноева выступила, и они сами решили его судить там. И без адвокатов, и без его самого тоже. А то, что у Чотонова там адвокат вообще нету, ни дежурного, ни настоящего. Нету, что ли? Да. И нету же. Нет. У Чотонова нету же. Он отказался. Шешперова сказал, Магада дежурно обкергили. Они же должны были адвокат принести. Ну вот, без адвокатов я зашла, там Чоноева выступала в прениях сама. Что такое, что подготовила? А Текебаевка ахыркы сөз берилди. Текебаев-то, Чотонов-то залда жок болчу. Аларга ошондой прокурор, эки прокурор, бир Чоноев отурат и үч судья так болду. А что просили прокурор в прения? Я даже не услышала. Мне аж смотрела на Чоноеву, что она за адвокат. Пришла тут на в чужое дело влезла. И таким образом. Вот Чотонова тоже нет. Сейчас они ушли совещательную для вынесения приговора или как? Они, нет, я думала, хотел выступить на прениях. А потом смотрю, у Чотонова тоже адвоката нету, там никого нету. А что я там буду выступать? Для кого буду выступать? И тем более мне уже понятно, раз они без адвоката, без никого такого рода собрались выносить решение, послушают прения, я думаю, и даже, а зачем тогда вас не запустили? Почему вас не запустили? Вот. Сейчас судьи ушли совещательно, правильно? Как... Не совещательно, они думают, что я сейчас буду на прениях выступать. А что мне на прениях выступать, если никого нету? Они в закрытом виде хотят решить, вынести решение. А чечим чыгаруусу эми кандай укат баягы? Билер жок. Прения, немен дагы Чотоновдун адвокаты жок. Чотоновдун адвокаты. Почему процесс закрытый? Не знаю. Процесс закрыт. Я же с Чоноева выступила. Чоноева? Ну, ошондо адвокат, Был бы или против работает. Сиз эчтеке катышпайсыз бе мындан аркы сөзүнө? А зачем бе? Уже незаконно. Уже незаконно. Прения дагы не выступил. Он допроска да катышкан жок. Эч нерсе жок. Эч нерсе жок.